Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеотекарь. Продолжаем записывать различные каточки в онлайн-играх. В этот раз у нас с вами Dead by Daylight, катка за охотницу. Давайте начнем. Почему, как говорится, нет? Как я вам буквально недавно сделал объявление в сообществе, будет очень много материала с моей стороны. Про синглы я, безусловно, забывать не собираюсь. Как проходил их, так и буду проходить. Но сейчас хочу записать самых различных онлайн-игр. В том числе, конечно же, и ДБД. Чисто, чтобы вы понимали, это не упор канала, это для массы. Это для набора массы. Поэтому ДБД тоже будет выходить. Ну как он будет выходить? По две катки за каждого мана. Соответственно, вы можете сами отследить. Очень легко, элементарно. Когда данная партия роликов кончится. Но, естественно, не за каждого мана игры, а за нормальных манов. За нормальных человеческих манов, которые что-то могут. Вот по типу охотницы на Гидеоне. Мне пиздец. Но я, однако, не расстраиваюсь. Ни, как говорится, не очкую. И поэтому приступаю к своему манскому делу. Здорово. Хорош. Ну это слабоват. Что не говори, Бакен хуями. Твою мать, Фэнга. Это слабовато. Я к тебе иду, ла-ла-ла. Опа! Естественно, когда разработчики отнимают у нас возможность нормально, комфортно играть, отнимают возможность у манов нормально где-то подкемпливать стадию, хватать сурвов, я даже не подумаю играть как-то иначе, кроме как туннелить первого. Мне вообще, как говорится, буква Ю, даже дверь открыта. Как в том меме, знаете? Поэтому фанга у меня уже под раздачей. О! Клёдетка. Клёдетка, клёдетка. Дай твою мать, ну отвернулся буквально на секунду. Фанга, иди сюда. Я отучу вас играть в ДБД. Самолет летит. Так, вижу. Кого я вижу? Я вижу Мегушку, да? Да. Нет, так Анька никогда не достанет. Но это пиздец. Идиот. Стоять, стоять, стоять. Куда? Ну какая палета? Ну не придумывай. Ну не надо тебе оно. Так. Я вот сейчас не понял. Ну-ка, подсветите мне. А, они все внизу. Сука. Так, далеко не уходи.
Ой, хорош! А фонарем посветить? Ну, пожалуйста, я хочу, чтобы ты посветил на меня полностью. О, блядь. Слишком много текстур, да, дружок? Осколок есть? Вот так вот маны спокойненько выполняют свою работу в этой игре. И никак иначе. Кто-то там будет разговаривать про то, что... Ой, ты кемпери... Ой, тут уже нельзя говорить слово кемпериш, кемп же вырезали. Ой, ты туннелишь первого, ты сволочь. Естественно, я туннелю первого. Ха-ха-ха. Как же это сочно. Так, сюда идешь. Неужели ты думал, что я тебя просто так отпущу? Да почему? Анька такой ебучий паровоз. Не, это нереально. Естественно, орех. Ну все, здесь ты возишься. Вижу. Слабовато, Никола, слабовато. Против Аньки так не делают. Бляха, патронов нет, патронов нет, я не успеваю, мразь. Пойду, естественно, за квадеточкой. О, этот упал полечиться. И чё? Там подвал, я надеюсь. Давай, 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 Анька, давай, давай, ядрить твою налево, такая ты медленная собака. Я понял. Пойдет спасать, естественно, но надо убивать. Это вот современные реалии ДБД. Хотите показывать достойный результат, у вас просто нет иного выбора. Кроме как вести себя именно так. Что-то мне кажется, он здесь. Ну-ка. Так, слушаем.
Вот и все. Он туда пошел. Да почему? Подожди. Не, здесь его прокидывает. Прокидывай, прокидывай. Куда? Сюда. Заметьте, ребят, опять же, доказывает каждая кашка мою теорию. Если ты не уважаешь сурва, ну, с точки зрения туннелинга, закрывашки, в принципе-то, и ни к чему. Как обычно, подождем чутка. Может, они скажут, что приятного, а может и нет. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. А, так это джойстики, ё-моё. И опять прояви себя с собой берут. Они уже... это просто смешно, ребят. Им прояви себя нерфят, а они уже стали брать дежавю, чтобы компенсировать эффект от нерфа прояви себя, и еще кверхэт к этому устойчивость, чтобы не лечиться и заводить. Пиздец. Всем спасибо, ребят, за просмотр. А с вами, как всегда, был Видеотекарь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.